Здравствуйте, меня зовут Инна, я представляю компанию «Электромотор». В этом видеоролике я расскажу вам, как подобрать аккумулятор для Renault 19. У вас есть два варианта. Не полениться и заглянуть под капот вашего автомобиля, переписать маркировку старого аккумулятора. Второй вариант – позвонить в компанию «Электромотор», где менеджер подберет вам аккумулятор. Для этого вам необходимо назвать марку автомобиля, год выпуска и объем двигателя. В зависимости от года выпуска автомобиля Renault 19 вам подойдут аккумуляторы емкостью от 54 до 77 ампер-часов, вследствие чего у них будут разные габаритные размеры. Важным событием является правильное определение полярности аккумулятора. Для того, чтобы правильно определить полярность аккумулятора, разверните аккумулятор клеммами ближе к себе. И посмотрите, с какой стороны расположена плюсовая клемма. Если плюсовая клемма расположена справа, это европолярность. Если плюсовая клемма расположена слева, это прямая полярность. В данном примере вам представлен аккумулятор с европолярностью. Плюсовая клемма находится справа. Вне зависимости от года выпуска автомобиля Renault 19, плюсовая клемма находится справа. Уважаемые покупатели, компания «Электромотор» предлагает вам любые марки автомобильных аккумуляторов. Самые популярные на рынке Украины – это ISTA, Warta и Bosch. Обращаем ваше внимание, что все аккумуляторы сертифицированы и имеют срок гарантии от 2 лет. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».